На территории Елизовского района сложилась сложная дорожно-транспортная обстановка. С начала года на трассах района погибло 12 человек. Поэтому с 3 июля личный состав Елизовской госавтоинспекции был переведен на усиленный режим несения службы. Дуйте, 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 дуйте. Состояние алкогольного опьянения установлено. Допустимая норма 0,16. В субботу вечером на дачах в районе поселка Зеленый водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, на автомобиле Toyota Corona протаранил соседский забор. Мужчину доставили в Елизовский отдел полиции. Алкоголь употребляли? Да, немножко, да, да. Немножко, это сколько? Да, да, были на даче, мы отдыхали, как полагается, да, немножко, да, поехал, да, за алкоголем, да. В субботу патрульные экипажи работали в Малках, Раздольном, Коряках и поселке Зеленом. В воскресенье 4 экипажа дежурили на 61-м километре Мильковской трассы. Ждали тех, кто уехал отдыхать в Малки. В понедельник утром патрули стояли на 34-м километре на выезде из города Елизово. Уже к 9 утра в этот день было задержано 4 пьяных. ГИБДД просит сообщать по телефонам, которые вы видите на экране, информацию о подозрительных автомобилях, которыми могут управлять нетрезвые водители. Возможно, это спасет чью-то жизнь. Ольга Семенова, Александра Галдина, информационное агентство «Камчатка».